другую Дарью Качан. Ну а теперь самое главное в разрешении спора за награды в спринтерском чемпионате Европы. На заключительной дистанции 1000 метров гайд 1.14.0. Ну, в общем, не сильно быстрее, чем Фина. Да, конечно, так обидно выиграть две пятисотки и вроде бы вот так, которая у нее несколько раз там... Так вот, еще до прошлого сезона многоборье для Ангердам полсекунды. То есть, ну... Нет, Лейердам, конечно, на 1000 метров на этом чемпионате. Одна из первых в нашей команде переболела. Да. Индийцы, которые позволят, конечно, иные результаты. Надеемся, потому что 1.15 в Херенвене, но это не результат Качановой. Она, в общем, здесь должна бежать гораздо быстрее. Второй становится в сумме, да. За Ютой. Сейчас отправим ей, соответственно, дальше Качановой, Оле Подкулиной. Пожелаем в следующих стартах. Лейердам. Нет, тогда уж не такая уж большая разница. Тут осталось ощущение, что медленнее разогналась. У Ангелины Голиковой. Вчера Голикова, он теперь работает в Голландии, некогда почти 10 лет.